Сегодня в регионе совершенствуется система подготовки специалистов в жилищно-коммунальной отрасли. Локомотив в этом направлении – Ульяновский техникум железнодорожного транспорта. В марте 2018 года учебное заведение успешно прошло процедуру государственной аккредитации и лицензирования по двум новым образовательным программам. Специальность управления, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома, а также мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства. Сейчас завершается набор первых абитуриентов на заочное отделение, которые начнут обучение уже в декабре текущего года. Все это было сделано в соответствии с запросами работодателей, в соответствии с запросами регионального рынка труда, тем более, что вот второе направление подготовки, это мастер по ремонту и обслуживанию инженерных сетей, входит в топ-50, то есть так называемый топ-50 самых востребованных профессий Российской Федерации. С сентября 2019 года начнет действовать очное отделение по данным специальностям. 50 бюджетных мест уже выделено профильным министерством, где смогут учиться ребята за счет бюджета области. По окончанию студенты получат профессии электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря-сантехника, слесаря-монтажника, сантехнического оборудования, электромонтажника. В регионе остро стоит проблема обновления кадрового состава служб жилищно-коммунального хозяйства, во-первых, и во-вторых, повышение профессионального уровня сотрудников управляющих организаций в первую очередь, ну и муниципальных служащих, которые занимаются так или иначе проблемами жилищно-коммунального хозяйства. По поручению губернатора Ульяновской области Сергея Ивановича Морозова в стенах этого учебного заведения, по всей видимости, будет реализована программа по обучению основам управления многоквартирными домами для старших по домам. Кроме традиционной образовательной деятельности и курсов повышения квалификации, которыми занимается техникум с 2015 года, учебное заведение стало региональной экспериментальной площадкой по формированию предпринимательских компетенций у студентов в рамках технических специальностей. В итоге ребята становятся более конкурентоспособными на рынке труда, а значит и более востребованными. Могу работать на любом предприятии, где требуется электромонтажник. Не ограничен только железнодорожными областями. И также могу в будущем подниматься по карьерной лестнице. Надеемся, что по карьерной лестнице поднимутся все ребята, которых выпустит Ульяновский техникум по специальностям жилищно-коммунальной отрасли. Наталья Чумаченко, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.